Исполнительный комитет общественного движения «Единая Гагаузия» поддерживает решение председателя организации Федора Гагауз баллотироваться в депутаты парламента Республики Молдова по спискам политической партии социалистов Республики Молдова. Политическая платформа партии социалистов полностью созвучна с неизменной идеологией общественного движения «Единая Гагаузия», которую она проводила все эти годы своей деятельности. Данная программа нацелена на сохранение молдавской государственности и идентичности молдавского народа, сохранение статуса нейтрального государства, федерализации страны и вступление ее в таможенный союз. Именно такой путь развития нашей республики может обеспечить реально создание новых рабочих мест, сбыт продукции молдавских производителей, доступ к дешевым энергоносителям и выход из тяжелой социально-экономической ситуации, в которой находится Республика Молдова. По всем соцопросам партия социалистов уверенно преодолевает избирательный барьер и будет достойно представлена в составе будущего парламента Молдовы, в списках которого шестым по номеру включен и наш соратник Федор Гагауз. Обращаемся к членам и сторонникам общественного движения «Единая Гагаузия», ко всем избирателям Гагаузии с призывом принять активное участие в предстоящей избирательной кампании по выборам депутатов парламента Молдовы и проголосовать за партию социалистов Республики Молдова. Подписали председатель и все члены исполнительного комитета движения «Единая Гагаузия».